Начнем с главной новости этого утра. Все мировые СМИ в эти минуты следят за ситуацией в аэропорту кипрской Ларнаки. Здесь несколько часов назад приземлился аэробус авиакомпании Egypt Air, захваченный по пути из Александрии в Каир. Информация приходит противоречивая. По разным данным, на борту лайнера было от 60 до 81 человека. К настоящему моменту известно, что во время переговоров угонщик отпустил всех на свободу, почти всех пассажиров, по некоторым данным, только египтян, оставив в заложниках экипаж лайнера и 4 иностранцев. Личность захватчика установлена. Это 27-летний гражданин Египта Ибрагим Самаха. Опять же, по подтвержденной информации, он имеет американское гражданство. На мужчине, по его же собственным словам, пояс смертника. Через час после вылета он угрожал его активировать, если командир борта не сменит курс на Стамбул. Но из-за нехватки топлива лайнер посадили на Кипре. Арабские СМИ опубликовали фото угонщика, сделанное пассажирами. Аэропорт закрыт. Самаха потребовал передать письмо на арабском языке своей бывшей супруге, которая живет на острове. Захватчик просит убежища на Кипре. Президент этой страны уже заявил, что захват А-320 не был терактом. Цитата: «Все, как всегда, связано с женщиной». По информации белорусского МИДа, граждан нашей страны среди пассажиров египетского аэробуса нет. Авиакомпания «Белавия» выполняет регулярные рейсы в Ларнаку по субботам, поэтому на расписание вылетов из Минска эта ситуация не повлияла, сообщил зам директора авиакомпании.